Всем привет, друзья! Итак, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Вилли. Ну, а в этом видосе я хочу с вами рассказать, точнее, вам о самой лучшей, на мой взгляд, резине для двухколесного скутера, так скажем. Речь пойдет в этом ролике о резине, которая называется Continental Conti Move 365. Это резина всесезонная. Это, ребята, никакая не реклама этой резины, это просто хочу поделиться с вами своим личным опытом, своими впечатлениями. Дело в том, что я уже на этой резине езжу достаточно долго, порядка 6 лет. Я ее практически сразу поставил после того, как был приобретен вот этот вот скутер. То есть стоковая резина была, ну, обычная такая, гладенькая, на ней было реально невозможно ездить. В том регионе, где я раньше жил, да, где этот скутер был приобретен, это очень дождливый регион. То есть там погода практически как в Англии. То есть там постоянно лил дождь. И даже вот при малейшем дождичке тормозить было практически невозможно. То есть мопед таскало юзом. То есть реально было страшно ездить. Поэтому я погуглил, нашел вот эту резину Continental Conti Move 365. Заказал ее. В принципе, она не особо была дорогая. Поставил, и вы знаете, это как небо и земля, то есть совершенно разные ощущения управления. Единственный нюанс этой резины, она немножечко шумная, но в принципе на тех скоростях, на которых ездит вот этот скутер, этого шума особо в принципе не замечаешь. Ну, немножко есть, да, шумнее, чем стоковая, но зато она реально безопасней. То есть в дождь на ней тормозить одно удовольствие. Я ни разу не помню, чтобы я в дождь ездил и тормозил, и чтобы меня там что-то куда-то заносило, тащило. Тормозит вообще идеально. Вы не поверите, я даже на этой резине ездил один раз по снегу. То есть пошел снег, я думаю, о, надо проверить. Она же все-таки считается как всесезонка, зимняя. Как она вообще поведет себя на снегу? И вы не поверите, был снег такой укатанный, прям дорога была полностью конкретно укатана, гладкая, почти лед. Я выехал где-то порядка 30 км в час, ехал спокойно, да, так притормаживал, наблюдал, как ведет резина. Но, знаете, вот 30 км в час на ней ехал по накатанному снегу. Было вполне себе комфортно и относительно безопасно. Я даже выезжал на такую, ну, на дорогу общего пользования. То есть сначала по дворам покатался, а потом выехал на нормальную дорогу, проехался. На меня, правда, смотрели водители автомобилей как на долбоеба. Ну, в принципе, я их понять могу. Тут такая погода, жесть, снег, укатано все. И тут чувак на скутере едет. Это, ну, как почти самоубийство. Ну, это был просто такой тестовый заезд. Я не планировал ездить именно долго, а просто протестировать, чтобы быть уверенным в этой резине. Картинку, естественно, вы увидите сейчас где-нибудь здесь, вверху или внизу, там где-нибудь, в общем, увидите. Название точно так же будет в описании. Опять же, ребята, я сейчас это чисто от души, вот просто делюсь впечатлениями. Если реально задумываетесь о том, какую резину взять на скутер, то обратите внимание на эту резину. Она действительно классная и может помочь вам избежать аварии. Так, ладно, ребят, это был такой коротенький видос, я давно о нем думал, надо записать, думаю, ну, рассказать, что как есть. А погода у нас сегодня замечательная, светит солнышко, ну, не сказать, что прям жарко, но вполне себе даже нормально. С сегодняшнего дня у нас в плане карантина есть некоторые послабления, маленькие магазинчики, в принципе, должны были сегодня открыться до 800 квадратных метров площади, так что жизнь потихоньку налаживается. Через 2 недели еще будут какие-то послабления. Так что потихонечку все идет как надо. Ну, а с вами был Вилли. Ребята, поддержите видос лайком, канал подпиской. От вас не убудет, а мне приятно.